Петербургские производители спортивных товаров первыми в России осваивают новые технологии. По их мнению, продукция сможет составить конкуренцию не только на внутреннем, но и на международном рынке. Александр Чуев расскажет. Чиновникам и журналистам показали, как работает единственный в России производитель уникальных надувных спортивных снарядов. Новую продукцию компании уже ждут в Италии, Финляндии, Казахстане и Белоруссии. Это не просто бизнес. Компанию по производству надувных лодок и байдарок основал не коммерсант, а профессиональный спортсмен. Чемпион мира по рафтингу Сергей Попов. 17 лет назад. Теперь его дело продолжают бывшие клиенты, тоже спортсмены. Молодежь пришла с новыми технологиями и разработками. Сейчас готовят к выпуску мультиборд, который не имеет аналогов в мире. Если вы работаете стоя, его подкладываете, когда работаете стоя, происходит разгрузка на мышцы и суставы, плюс сюда можно вставить эспандер и дополнительно заниматься различными видами. Можно отжиматься, да, можно качать пресс. Год назад в компании решили сделать ставку на 3D-волокна. Эта уникальная технология позволяет добиться по-настоящему жесткой поверхности у снарядов, а при неполном надуве – отличной прыгучести. И хотя инновация пришла из-за рубежа, пока в России ее освоили только петербуржцы. Два слоя ПВХ специальной обработки, соединенные между собой, ну вот как мы видим, многочисленным, просто большим количеством волокон, удерживается в стабильном состоянии. То есть воздух, он наполняет вот это пространство, придавая ему 3D-форму. Из плоской становится объемным, а волокна не дают, соответственно, этим слоям расходиться друг от друга. Завод также выпускает аттракционы, фитнес-плоты для занятия аэробикой в бассейне, гимнастические маты. Только здесь производят российские надувные сап-борды. Спорт активно набирает популярность в северной столице. Палатки и ангары заказывают МЧС и Минобороны. Город хочет увеличить оборот компании за счет экспорта. Эта компания действительно находится в нашей базе экспортеров, пока начинающих экспортеров. Есть большое количество потенциальных заказчиков. Мы рассылаем информацию в различные торговые представительства. Переговоры о поставках петербургской продукции ведут с Сербией, Болгарией и Эстонией. Все деньги предприниматели инвестируют в производство, технологии, оборудование и материалы. Может быть, именно поэтому их товары конкурируют на мировом рынке с китайскими и европейскими. Александр Чуев, Владимир Беседин, Дарья Мутта, телеканал «Санкт-Петербург».